Акция «Олимпийский урок» проходит с 2009 года. Главным идейным вдохновителем этого мероприятия выступил трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, герой России, депутат Государственной Думы Александр Карелин. Олимпийские уроки уже прошли в Омске, Новосибирске, Грозном, Агасе, Махачкале, Владикавказе, Воронеже и, конечно же, в Сочи. В рамках этой акции ребята со всей страны общаются и тренируются с выдающимися спортсменами. Так уже состоялись встречи с чемпионами по дзюдо, греко-римской вольной борьбе, по плаванию, бобслею и фехтованию. Елена Веснина не первый год проводит мастер-классы для детей. На встречу с теннисисткой пришло несколько десятков ребят со всего Сочи. Мастер-класс очень хороший, и я знаю, что Елена Веснина очень хорошая теннисистка, она чемпионка по паре. Мы сегодня отрабатывали удар справа и слева, удары справа и слева. Я выиграл призы мешок для кроссовок и майку. Бесценный опыт – не единственное, что получили ребята. Елена Веснина никогда не приходит без подарков. Так и в этот раз во время тренировки ребята выигрывали призы – от комплекта мячей и бейсболки до чехлов для ракеток. Без подарков не ушел ни один ребенок. По традиции Елена проводит мастер-классы не одна. Помочь и поддержать чемпионку пришла вся ее семья. Мама, папа и брат Елены тоже спортсмены. Для меня всегда это огромная радость, счастье. Я заряжаюсь такими положительными эмоциями, потому что конечно же, я сама, когда была ребенком и росла в городе Сочи, мне не хватало таких мастер-классов, мне не хватало внимания, может быть, такого вот заслуженных мастеров спорта. Вам огромное спасибо за то, что вы делаете, за то, что вы, как многие олимпийские чемпионы, присоединяетесь к той доброй акции и несете миру добро. У нас, конечно же, вот идея этих олимпийских уроков принадлежит Сан Санычу Карелину. Так получилось, что мастер-класс именитой теннисисткой прошел в день рождения руководителя отеля «Весна» Рубена Татуляна. Благодаря этому неравнодушному к спорту человеку проходят и олимпийские уроки, и множество других спортивных мероприятий. Хочу поздравить с днем рождения Рубена Альбертовича. Огромное ему спасибо за предоставление корта для проведения этого мастер-класса и за предоставление кортов для моих тренировок. Желаю ему счастья, здоровья и творческих успехов. Завершилась встреча викториной и памятным фото. По словам Елены Весниной, этот мастер-класс не последний. В будущем теннисистка планирует еще не одну тренировку с юными спортсменами. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.